Добрый день, дорогие мои. Мы идем в город, и поэтому есть несколько минут сказать вам несколько добрых слов. Хотя, честно говоря, причина этого разговора не самая добрая, потому что написала женщина под постом комментарий. Ой, я как только услышала, что вы говорите, что животных нужно любить меньше, чем людей, или наоборот, у нее, что людей нужно любить больше, чем животных, я разочаровалась в вас, я отписываюсь от вашего канала. Вот такой примерно комментарий. Такие комментарии раз в неделю или раз в три дня приходят. Разочаровываю я некоторых то в том, то в другом. Вот до этого они были очарованы и подписались. В общем-то, честно говоря, я от этого не страдаю, и мне особо ничего в этом ни больного, ни какого-то этого не видится, потому что я абсолютно четко привык в жизни к тому, что могут иметь отношения с тобой люди, могут не иметь. И как в Евангелии от Луки, глава 21, сказано, что предадут тебя и родственники, и друзья, и всякие другие люди, если ты будешь за имя Христово стоять. Поэтому, ну, думает она, что животные должны больше любви получать, чем люди. Разочаровал я ее в обратном мнении. Я ничего сменить не могу. Для меня Господь, велевший возлюбить ближнего, как Он возлюбил нас, именно тот, за кого я и готов терпеть такой ущерб, как уход некоторых тех, кто не хочет его слышать, кто считает, что люди недостойны любви Божией. Вот. Нет, если мы продолжаем дальше мысль Христову так изучать, то мы, конечно, дойдем до того, что нужно любить не только ближних, но нужно любить врагов. Ну и в конечном итоге, что можно даже любить скот врага. И это нормально, потому что какой смысл мстить скоту врага, если, значит, вы, например, имеете этого врага. Да и как ему можно мстить? Да нет, ну можно, конечно. Некоторые жалуются здесь, вот особенно в деревне иногда. Они подкинули моей коровке. Вот, они заговорили мою козочку. Наверное, это вот и есть то, что через скот пытается действовать на хозяина. Но это не наша тема, и мы ее обсуждать не будем. Поэтому, так сказать, ну ушла и ушла, как бы можно так сказать, Бог с тобой. Но жалко человека-то. Человек находится в такой прелести, где не видит вообще никого из окружающих, достойных его любви. То есть сатана настолько захватил сердце человека, что у него нету любви. А любовь к животным – это всего лишь некое такое отражение той любви, которая заложена в человеке к творению Божьему. И
это никак не может удовлетворять ни заповедям Божьим, ни предназначению человека. Если так представить, что он родился только для того, чтобы вот полюбить животных и ненавидеть всех остальных, всех людей, то жалко этого человека. Поэтому мне этот человек, как вот овца, отбившаяся от стада, уходящая куда-то в небытие, и я не знаю, чем у этой овцы жизнь кончится. То ли она у нее продолжится в любви к животным и будет счастлива, но может быть и другое. Поэтому, друзья мои, в общем-то, не надо меня особенно пугать тем, что вы пришли, ушли из 110 тысяч. Отряд не заметит потери бойца. Вот так. Не надо меня такими комментариями пытаться вразумить. И я что, должен перестать такие фразы говорить, что возлюбите людей и возлюбите их больше, чем животных? Я этого тоже не перестану. Поэтому держитесь. Будем дальше как-то разбираться о том, что же достойно нашей любви, а что так, в общем-то, второстепенно. Все, спасибо за внимание, здоровья, всем радости. Аминь.